Ну чё, ребятки, всем здорово! Among Us! Очередной видос. Я написал себе ник, я член ЦСКА. Ну, типа, я хотел написать, я член... ну, типа, член экипажа же пишет, я написал, я член ЦСКА. Не подумайте, не хуй ЦСКА, а член экипажа ЦСКА, ник. Поняли? Поехали. Видите, написал член, есть член. Бля, вы же говорили, что Димон уберет эту хуйню, Димас. Вы же говорили, вы уберете эту шкалу, чтобы не было видно заданий. Пиздец, пиздец, ребятки, вы жжете, конечно. Конечно, вы жжете, как обычно, блядь. А, задание Total Tax Complete. А, типа не показывается шкала. Нифига себе. Молодцы, молодцы. Я понял. Видите, не идет зеленый. Опа, кого-то ёбнули. Вульфа. Вульфа и нету Билля, ребятки. Ебать. Передурок, бля. Ну я скипа, я не ебу кто. Фендик покинул игру. Прикольно, смотрите, в обнове, ребят, вышло. То бишь, мы уже не просто тупорылые, просто желтый, красный. Здесь, видите, уже наши облицовки всех. Это на самом деле прикольно. Так, ребят, сейчас идет Россия против шведов. Сейчас будут буллиты. А, не, Димон не убрал. Димон не убрал эту шкалу. Димас другой говорил, что Димончик из Омска уберет шкалу, чтобы не видно, как задание делали. В итоге он нихера не убрал. Опа! Я видел, кто-то провалился. Я видел кого-то. Бля, вы видели? Я не заметил. Бля, как я не заметил, кто провалился-то, ёбаный рот. Блядь, пацаны, это жесть, это жесть, это жесть. Придурок что-то стоит там. Передурок. О, листики. Чу, 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 чу.
Чил. Нифига, здесь прям 4 задания, ребят, прикиньте, 4 задания. Не понял, что за хрень? А что тут теперь делать? По-другому, что ли, как-то? Я не буду что-то делать. Раньше нажал, она останавливалась, сейчас тут ничего не нажимается. Вот. Ребят, сейчас, блядь, булиты. Россия, Швеция. Кубок Калера. Во. Во. А, это какой-то лаг был, походу. Вот вам камеры. Никто никого не убивает. К сожалению, на камерах мы этого не видим. Первый буллит. Еее, Россия ловит, Россия ловит. Молодцы, молодцы нашим, ребятки. Извините, просто супер матч, супер матч. Что-то Серега бегает, ничего не выполняет. Серег, неужели ты? Россия 1-0! Булет! Кто, кто, ребятки? Бля, мне кажется, что это Серега. Ребят, мне кажется, что это Серега, блядь. Я не знаю, он ходит. Подозрение на Серегу. ХЗ почему? Пока по два броска Россия ведет 1-0. Если будем скипать, проебем. Скип за мной. Ну окей, окей, ребята. А я не посмотрел, черные все были или нет. Сейчас глянем. Да, ребят, видите, цвета не видно, кто за кого голосует. Россия 2-0, ребятки! 2-0, Рашка! Раша! 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 О, почти все задания сделаны, прикиньте. А, я понял! Я понял! Про что мне говорил Димон? Типа, задание, ребят, показывается не сейчас, когда я его делаю. Поняли, шкала двигается или нет? А после голосования. Поняли, в чем прикол? Ебать, обнова охуенная просто. Забивай. Не забил. Ребят, 2-1 пока что. И еще по броску. Еще по броску. Бля, неужели сейчас забьют? Да, Россия! Россия! Россия обыгрывает шведов! Ебать, по булитам 2-1! Россия! Россия! Молодцы, молодцы, ребятки!
валим сух. Валим сухроба, если он потом ЦСКА. Сейчас посмотрим, ребят, сейчас посмотрим. Ну, бля, обнова прикольная. Во-первых, черными можно делать, ребят, чтобы не запалить. Не запалить, кто против кого голосует. Во-первых, шкала не идет. То бишь, не запалишь ты, блядь, кто не шкалой, кто шкалой, блядь. Ну, типа, кто задание делает, а кто нет. Блядь, пидорасы, пидорасы. Бля, ребят, я боюсь. Меня сейчас Серега грохнет в темноте, нахуй. Надо уебывать отсюда. Серега, пожалуйста, не вали меня, если ты предатель. Бля, жестко, жестко. ЦСКА. Смотрите, написал, что валим ЦСКА, а сам валим Буфи. Блять, вы чё, долбоёбы, что ли? Вы чё творите? Ну это пизда, проебали. Ебать вы долбоёбы, ребятки. Отъебись, Гуфи. Отъебись от меня. Гуфи, гандон, сука, ебаный. Бля, я ж против него голосовал. Серега, нахуй ты проголосовал против меня? Серега, не понимаю, нахуя ты проголосовал, пусть, блядь, против меня? Я против Гуфи проголосовал, ты, блядь, чё, блядь, творишь, нахуй? Пиздец, блядь, полный пиздец. Да, пацаны, блядь, играть с вами, конечно, блядь, полный фарш, нахуй. Полный фарш. Ну чё, ребят, еще два человека. Давайте, 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 рубитесь, блядь. Да, Россия победила, молодцы. Поехали. Надеюсь, буду не членом, а предателем. Да, блядь, заебал меня этот член экипажа ебучий, блядь. Постоянно, блядь.
Постоянно я член. Я и написал ник, я член ЦСКА. Пиздец, нахуй. О, ой, что за пол боевать? Добавьте реагент. Опа, кого-то ебанули уже. А ебанули ЦСКА Москву. Валим фиолетового. Если не он, то зеленый. Валим, валим фиолетового. Сухроба. Блядь, Димон, ты ставишь слишком много, блядь, слишком много на голосование, ебать. Блядь, голосования хватает, блядь, не знаю, 15-30 секунд. Да, молодец, зеленый. А зеленый-то малорик, бля, ребятки. Красота. А знаете еще, в чем прикол, ребят, может быть? Они на друг друга, блядь, сваливают. И на самом деле второй будет зеленый. Прикиньте в эту фишку. Я, Свет, не знаю, как делать. Потом в комментах напишите, что нужно с этими рычагами делать. Уебанскими, блядь. Блядь, красного вальнули. Блядь, вы что творите, нахуй? Кого валим? Валим. А чё зеленый написал? Коричневый. Ну, коричневый так коричневый. Гуфи, валим. Ха-ха, Димон, какой Рамштайн, у нас такого нету. Сука, дебилы, блядь. Конченые нахуй. Давалим Гуфи, игра закончена, едем дальше, нахуй. Посмотрим. Гуфи, не Гуфи. Да, с победой, ребятки, молодцы. Молодец, молодец, хоть увидел, что он кого-то ебанул, нахуй. Красота неописуемая. Молодцы. Пидоры есть пидоры. Если Гуфи сейчас снова будет читы. Гуфи, если будет предатель. Во, я предатель! И ЦСКА предатель! Давай, Серега! Давай, братишка! Валим, валим, Серега, валим!
Валим, валим, Сережка, валим. Но здесь палиться, пацаны, нельзя вначале. Это будет просто палево. Это будет просто палево, палево. Они еще бегают кучами. Долбоящеры. Бегают кучами. Хорошо, хоть не видно этой фигни. А то б меня уже давно запалили. Бля, ну их тут четверо, вот как мне их убить? Просто как? Никак, блядь. Сука, Серега, я надеюсь, ты кого-нибудь хлопнешь, блядь. Ну, они бегают просто толпой, я никого не могу ебануть. Давай саботаж устроим. А чё я не могу саботаж-то делать? Тут. Я бегал с толпой. Бля, почему я-то? Долбоёбы, блядь. Просто так выгнали. Даже пруфов. Я даже никого не убил. Сосите хуй, пидорасы конченые. Уёбки, твари нахуй, ебанутые, блядь. Петушня ебаная. А почему саботаж-то нельзя устраивать? Не пойму. Надо было Гуфи вальнуть, долбоёба нахуй. Короче, пацаны, я одно понял. Предателям надо валить вообще похуй. Видите, они как меня запалили? Я никого не убивал. Ну и че я бегал с ним за столом, за долбоебом? Надо было вальнуть эту петушару ебаную, гуфевскую, блядь. Членосос ебучий, блядь. Пиздец, обидно нахуй. Тварь, блядь. Суки. А че теперь саботаж нельзя, что ли, делать? Я не пойму. Как саботаж-то делать, долбоебы? Саботаж не делается, я не ебу, как его делать. Димон, чё его, блядь, отключил, что ли, нахуй? Мой маленький валяется, трупик. Серега, вали потихоньку, потому что... Хорош, хорош, Серег, молодец. Желтый, желтый уже давно мертвый, блядь. Долбоебы есть долбоебы. Вот как они палят, Серег?
Бля, сейчас, походу, Серегу раскроют, нахуй. Я не знаю, как он запалился и как я запалился. У вас что, у долбоебов читы, чтобы смотреть, кто предатель? Я вот этого одного не могу понять, нахуй. Конченые вы долбоебы, блядь. Вали, Серег, пока темнота, нахуй. Серег, иди вальни кого-нибудь, заебал. Буду следить за ним, чтобы он кого-то ёбнул. Бля, тут дохуя народа, как он ёбнет-то? Ай, блядь. Опять мы с тобой проебали, фан. ЦСКА Москва, блядь, в который раз вдвоем попадаемся и ни разу не можем выиграть, ни разу. Всегда отсасываем пидорасом, блядь. Хорош, нахуй. Молодец. Молодец, молодец, Серег, вальнул красиво. Сейчас Димон труп найдет. Димон нашел труп. И сейчас скажет, что Серега от него бежал. Синий, да, все, проебали. Ну все, проебали. Так и знал, что сейчас Димон найдет труп, блядь. Ну, вы это сами видели, я за ними следил. Ну, блядь, проебали, фан, проебали жестко. Передурок. Ну чё, Серёг, въебали в очередной раз? Сука, ну гандоны, блядь, ну штопанные, блядь. Пидоры есть пидоры. Дайте другой цвет, чё мне, блядь, давайте рыжий. Не, давайте фиолетовый. Последняя катка. Ну, гоу. Запускай, не ной! Член. Да, член. Запускай в мое небо ракету. Тут есть задание? Да, да хуя. Так, давайте вот это сделаем. Опять, да, не нажимается? Чик. Чик. Да, опять какая-то хуйня. Есть. Есть. Есть! Чик, 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 чик. Серегу ёбнули. Угу. Серегу убили. Шаурма. Серега вышел с игры. Не, Серег, ты мне, может, написал, кто это, но я смотреть не буду, потому что мне интересно.
И это будет видно на видео, что я пропалил, понимаешь? Потому что запись-то идет, и я не буду смотреть, кто предатель. Неужели невидимка, блядь, предатель, ёпта? Проголосуем против Never. Все равно не видно. Скип. Я проголосовал против другого, но заебись, что мы все черные и не видно, кто против кого голосует. Но я-то не предатель, поэтому заебись. Блять, вверх, вверх, вверх. И тут ничего нету. Да чё же за хуета? Ни разу по камере, ребят, не палил, чтоб кого-то ебанули. Ни разу. Вольф покинул игру. Ни хера не видно. Коричневый вниз бежит. Оранжевый. Невидимка бегает. Никто не палится нихуя. Слышь, пацаны, а скажите, камера вот здесь всегда стоит в одном месте или нет? Гуфи. Этот раунд хочу чисто по камере. Хоть кого-нибудь мы увидим, нет? Чтоб кто-то кого-то ебанет. Охуенно. Они всех перебили. Даже на камере вы видели? Никого не было видно. Просто никого. Пиздец, блядь. Пиздец. Нубы. Поехали, запускай. Шаурма покинул. Ну, конечно, конечно, член. Кем же я еще буду, бля? Не зря ник написал. Постоянно член. Один разок повезло с Серегой предателями, и то... Въебали нахуй. Девятьсот двадцать девять сорок семь. Блядь. Сделал. Бля, заебали эти везде провода. Ебаные. Тоже провода? Да пиздец уже. Трое проводов попалось, ребят. Трое проводов за одну катку. Задание нормально, так штурмуем.
Ой. О! Доберман меня ёбнул. Надеюсь, вы увидели, что это он. Да доберман он на глазах у вас убил, ебанутые что ли? Ебать вы ёбнутые, блядь. Доберман меня на глазах всей толпы убил, вы чё? Ебанутые, блядь. Ебать вы, сука, лупоглазые долбоёбы. Во! Гуфи молодец, ебашь зеленого нахуй. Валите зеленого, долбоёбы. Лайкиша в толпе не видно. Да видно там все нахуй. Давайте, ребят, надеюсь, зеленого завалите, блядь, молодцы. Давай, 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 валите. Хорош, хорош, блядь. Доберман покинул, блядь. Сука, блядь. Димон вылетел, да? Или чё? Да вы заебали писать нахуй. Димон тоже, что ли, вылетел? Делайте задание, ребятки. Дамлов. Бля, кто второй? Я хер его знает. Даже никого не подозреваю. Чик. 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 Сейчас посмотрим, может, как, может он запалится у кого-то на глазах. Посмотрим. Невидимка вверху. Может быть, или это он, я не знаю. Ну, он давно не был. Очень давно. Поэтому невидимка сейчас... Ну, 70% на 30%, что невидимка сейчас реально может быть. Гуфи ёбнули. Да по-любому невидимка. 100%, блядь. Или Невер, или Лайкерша. Хуй его знает. Тут любой может быть. Я даже нету у меня даже мыслей. Ну, я сказал, может быть, Димон. А так я хер его знает, ребят. Хер его знает. О, вот это он зря написал. Вот после такой фразы я бы реально его бы кикнул, Димона. Потому что я 100% думаю, что это он. Теперь уже 100. Это просто фраза дает понять то, что он предатель. Сейчас посмотрим. А ну-ка. Леонида ёбнули? Вы чё, ебанутые, что ли? Долбоёбы, бля. Ну, короче, это Димон.
Все говорят, валим лайкершу желтую, а сами валят, бля, Леонида. Вообще ёбнутые, блядь. Просто ёбнутые. Да. Кто второй? Молодец, Димон. Молодец. Молодец, Димасик. Если это не ты, то ты просто топ. Кого ёбнули? Димона? Ебать вы ёбнутые, бля. Димон, бля, я думал, сейчас он, бля, сказал желтый ёбаный рот, бля. Вот что значит играть не всеми нашими, ёпты, дебилы, блядь. Ой, блядь. Сука. Посмотрим. Прикиньте, если это не желтый. Да, наконец-то, блядь, наконец-то, блядь. Ну, с победой, ёпты, с победой. Бля, ну это был пиздец. Димон, опять ни разу, Димон, за 10к так ноль, блядь. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Это была интересная катка, нахуй. Это просто топ. Всем пока, ребят. С вами был Ромэн, подписывайтесь на канал, чтобы угорать и играть дальше в Among Us. Пока.